Этот концепт-кар не только работает на электричестве, но и очищает воздух. Его построили студенты из Нидерландов. Сейчас они демонстрируют автомобиль в США. Изобретатели решили построить машину, в процессе использования и утилизации которой выделится минимум углекислого газа. Поэтому автомобиль оснастили литий-ионными аккумуляторами «Клинтрон». После окончания срока службы их можно переработать на 95%. Это самый высокий показатель среди современных аккумуляторных батарей. Кроме того, кузов автомобиля на 80% состоит из переработанного пластика. Детали напечатаны на 3D-принтере. Они также пригодны для новой переработки. Девиз этого автомобиля – улавливать больше углерода, чем выбрасывать. Спереди у него есть два угольных фильтра. Во время движения они очищают воздух, улавливая углерод. По данным разработчиков, автомобиль, проехав 32 тысячи километров, улавливает до 2 килограммов углерода. Авторы идеи надеются, что в будущем собранный газ можно будет оставлять на зарядных станциях. Мы хотим вдохновить развитие индустрии и надеемся, что она примет идею такого автомобиля. Наша мечта – увидеть серийное производство концепта. Нидерландский стартап существует уже 10 лет. За это время студенты создали 7 концептуальных автомобилей. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.